У Гродзенскім районі поблизу границы с Литвой затриманы двое мужчин с беспилотником самолетного типу. Порушение пограничного режима зафиксировано у районе вёски Соболяны. Громадяне планировали ажыццявіць супрацьпраўную деятельность на белорусско-литовской мяжи, поведомляя Держпогранкомитет Беларуси. Был знойдзены автомобиль, на яким мужчины приехали на место. У им находились беспилотник с пультом кирования, ноутбук, бензогенератор, компрессоры и товарно-материальные каштоўности. У дачыненні до порушальников початы администрационный процесс отзначили у ведомстве. Так само у пограничном комитете нагадали, что увоз, захование, оборот, эксплуатация и выраб беспилотных летальных аппаратов и выкарыстанне паветранай просторы Республики Беларусь без належного дозволу заборонены.